горение. Обошел, смотрю, дымит. Начал дверь дергать. Они начали кричать: помогите, помогите. Дверь выломал, зашел в подъезд. Открыл ее. Там в подъезде еще одна дверь. Ее открыл, выскочил две собаки и вот эти вот товарищи, так скажем. Сказал им, чтобы они вышли, они начали по очереди выходить. Они вышли, и начало полыхать еще сильнее. Ну вот, собственно, и все. Потом вызвал, соответственно, пожарных. Пожарный 112 позвонил. Приехали пожарные, скорые, все остальные. Ну и все, собственно, вот последствия.